приближался к концу август 1898 года. Приближалось время ехать в Самару для учебы в Самарской духовной семинарии. На душе у меня было радостно и тревожно. Как-то пойдет учеба в этом учебном заведении, где много новых предметов и преподавателей. Мы продолжаем читать воспоминания Вениамина Дмитриевича Свечникова, написанные многие годы спустя после учебы в Самаре. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».